Вайрагья не значит отказаться от своей жизни и уйти куда-то, идти некуда, если только вы не отправитесь в открытый космос, как тот парень, когда вас отправляют с билетом в один конец. А иначе куда еще уйти? Куда бы вы ни отправились, это все равно жизнь, не так ли? Поэтому вайрагья означает… Буквально вайрагья означает «вне цвета». Это значит, что вы стали прозрачными. Если вы прозрачны, тогда любое измерение жизни может пройти сквозь вас, но при этом не затронув вас. Вы можете обращаться со своей жизнью так, как захотите. То, что вы можете сделать, вы делаете. То, что не можете, не делаете. Если вы не делаете в своей жизни то, что не можете, это не проблема. Но если вы не делаете того, что можете, вы — настоящая катастрофа. Как только вы начинаете думать, что-то одно хорошо, что-то другое плохо, один велик, а другой ничтожен, то вы не сделаете многое из того, что могли бы сделать в своей жизни, просто потому что считаете, что это плохо, потому что считаете это недостойным или великим. Вот что самое важное в вашей жизни, потому что жизнь коротка. Это очень ограниченный промежуток времени для того, чтобы человеческий потенциал раскрылся. А если вы начнете выбирать, что делать, а что не делать? Нет. Все, что вы можете сделать, должно быть реализовано. А если не произойдет то, что вы не можете сделать, в этом нет ничего страшного.